В этом учебном году все школы Москвы встретят учеников 1 сентября. Занятия будут проводиться в очном формате. Московское образование готово к новым реалиям. Для защиты школьников от COVID-19 принят целый комплекс мер. Все сотрудники, имеющие доступ в школу, протестированы на коронавирус. Учебный процесс организован по-новому. Система продумана так, чтобы дети из разных параллелей меньше пересекались между собой. За каждым классом закреплен отдельный кабинет, кроме некоторых предметов. В помещениях будут проводиться генеральные уборки, обеззараживание воздуха и регулярное проветривание. Каждая школа Москвы обеспечена санитайзерами и антисептиками. При входе у всех будет измеряться температура с помощью бесконтактных термометров. А также будет проводиться проверка на симптомы ОРВИ. Ношение масок – обязательное условие для всех, кроме учеников. При обнаружении вируса класс отправляется на карантин и продолжает обучение дистанционно. Через 14 дней дети, сдавшие тест в поликлинике, смогут вернуться к очной форме обучения. Принятые меры необходимы для безопасности детей. Но все же многое зависит от родителей. Только вы можете заметить проблему на ранней стадии. Узнайте дополнительную информацию о принятых мерах на сайте правительства Москвы.